Лучшие сотрудники автотранспортного комплекса занесены на доску почета. Она открылась в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области. На стенд занесли фотографии сотрудников, которые трудятся на региональных предприятиях транспортного комплекса. Всего несколько десятков человек. По словам представителей министерства, отбор кандидатур был непростым делом. Довели до всех предприятий, чтобы они представили кандидатуры. Вот. Они обсудили эти кандидатуры в коллективах и были представлены нам сюда. Те работники, которые министерство, которые занесены на доску почета министерству, это мы в министерстве обсуждали, на общественном совете вынесли на обсуждение, и было принято решение занести данных людей на доску почета министерства.